Раз ты знаешь мои приемы, тебе известно, что я тебя сделаю. Удиви меня, если получится. Наблюдая за тобой во время моих испытаний, я учил все твои приемы. Может, еще поучишься? Нужно обойти его защиту. Паутинный удар тоже? Либо воспринимаешь все серьезно, либо умрешь. Я тебе много слышал. И никто не говорил, что ты трус. Я давал быстрее. А, так вот каково это! Тебе бы в Вегасе выступать. Готов. Возвращайся и снова пройди мои испытания. Эй, я опоздал. Доброе утро. Или вечер. А, неважно. Проверишь нейросенсоры? Время отклика слишком велико. Хорошо. Нужно меньше 3 миллисекунд. Так, думаю, можно оптимизировать это реле. Thank you.
отлично. Ладно, что дальше? Какое-то сопротивление в сети нейросенсоров. Закончил. Отношение сигнал-шум не то. Новый сигнальный процессор уменьшит задержку. Я сделал, док. 2,8 миллисекунды. Хорошо поработал.
Это почти что успех. Это почти что невероятно! Вам нужна помощь? Да. Доктор, в чем дело? Уже стало заметно. Доктора называют это нейродегенеративным расстройством, вызванным регулярной работой с токсичными веществами в молодости. Простите, я могу что-нибудь сделать? Ты уже делаешь? Самое ужасное, это влияет только на мышцы. Разум продолжает работать, а вот действовать нет. Об этом знаешь только ты, Питер. Пусть так и остается. Конечно. А если ты захочешь найти другую работу... Я пришел работать сюда из-за того, что у вас вот тут. И оно никуда не денется. И я тоже. А, Питер, чуть не забыл. Я прочитал увлекательную статью на тему будущего нейронных интерфейсов. Я посмотрю. Спасибо, док. Доку нравятся такие штуки. Использовал их в аспирантуре, когда работал с радиоактивными изотопами. Говорит, они держат его в узде. Что это, док? Никогда не видел такой материал. Это можно использовать для сварки. Мы получим качественную магнитную изоляцию и ограничим взаимные помехи между интерфейсом и руками. Да. Как понять, что грант не дали? Попробуй офисный кофе. Питер начинает подозревать. Не показывает вида, но я знаю. Он ведь... Подключается напрямую к базальному ядру. Интересно, но опасно. Не знаю, док! Чтобы сработало, нужен массив волокон из галлия! И все равно велика опасность травм! Галлий. Гениально! Ради этого я готов на риски. Мы справимся. Доктор серьезно болен. На этой стадии он за год потеряет способность ходить. А если поторопимся, внутричерепной имплант может сделать все еще хуже. Даже изменить его личность. Мы должны быть осторожны. А, док, простите, моя тетя написала... Не переживай, Питер. Я сам хотел сделать перерыв. Вот только проверю телеметрию. Спасибо. Вернусь через пару часов. Привет. Дай угадаю, опаздываешь? Не, я уже почти добрался. Есть новости от Майлза? Нет, но его мама сказала, он придет, так что... Хорошо, я скоро буду. Пока.
те из вас, кто не спал прошлой ночью, могли видеть перепады освещения на плоту. К сожалению, это не результат работы электрического стула. Нет. Судя по всему... Человек-паук, тут еще пропавшие студенты. Сегодня собрание дискуссионного клуба, но он весь пропал. Организованная атака. Обстановка накаляется. Где их видели в последний раз? Президент клуба Гарольд нашелся в фотоблоге одного туриста. Здесь явно виден Бруклинский мост. Это где-то юго-восточнее университета. Эй, я твой фанат. Здесь явно виден Бруклинский мост. Это где-то юго-восточнее университета. Мне надо на юго-восток острова. Мост на заднем плане явно бруклинский. Бруклинский мост находится в юго-восточной части острова. Здесь явно виден Бруклинский мост. Это где-то юго-восточнее университета. Я могу выйти к восточному берегу и пойти на юг. Это не тот мост. Это не Бруклинский мост, но уже близко. Беспорядки в районе Бруклинского моста. Нужно подкрепление. Оу, надо торопиться. Бензин вытекает. Если рванет, накроет весь квартал. Каждое попадание вышибает искры. Вы подвергаете себя опасности. На колени. Вы ничего лучше не придумали, чем устроить большой бабах. Я тебя убью.
На всякий случай, горючее и огнеопасное — это одно и то же. Спасибо. Я понимал, что мы поступаем плохо, но не мог остановиться. Типично для студента колледжа. Все в порядке. Человек-паук, критическая ситуация. Наша футбольная команда уехала на игру и не вернулась. Автобусы нашли пустыми. Игроки, болельщики, тренеры. Ли получил целую армию. Зацепки? Кто-то опознал нападающего Брэда Дэвиса. Вот снимок. Так-так. Это же арка Вашингтона. Это же рядом с университетом. Так-так. Это же арка Вашингтона. Берется настоящий паучок, тебя они не по зубам. Они как стая волков. Чем дольше это продлится, тем больше вероятность жертв. Сколько игроков в составе? Барабаньки. Жалею, что у нашей команды столько фанатов. Они так на стадионе играли. Неужели все? Это безумие. Я сошел с ума. Ты не первый, с кем это случилось. Могу тебя обрадовать. Врачи уже обследовали остальных. Никаких последствий. Спасибо. Даже не знаю, чем тебе оплатить. Выиграйте у диких кошек в субботу, и мы квиты. Отлично. Все пропавшие студенты найдены. Рад слышать. Может, хоть теперь все вернется в норму. Как же я устал.
И не говори, дружище. Пока я здесь, нужно осмотреть передатчик. Если я с ним разберусь, то он сможет следить за грузами надгробия. Должно сработать. Сейчас испытаем. Нужно следить за сигналом. Он приведет к грузу, который везет надгробие. Надгробие. Сколько же от него проблем? Стать кожа плюс нулевая мораль. Все плохо. Надеюсь, торговля краденым худшая из его занятий. Машина. Решили покататься? Черт! Это Человек-паук! Вызывай подмогу! Пауки напротив пушки! Ставлю на пушки! О, господи! Тут вся банда!
Банда устранена. Посмотрим, что в грузовике. А, контейнеры для химикатов. Но чистые. Похоже, они с завода Алхимакс в Гарлеме. Но что в них было? И этот звук означает, что наш раунд завершен. Нужно зайти на Алхимакс и узнать, что было в этих бочках. Надгробие что-то задумал. Возможно, незаконное и точно опасное. Это завод Алхимакс. Меня часто... Лучше не шуметь. Вы же не фармацевты! Вас выдало отсутствие халатов. Люди надгробия устранены. Посмотрим, что в бочках. Диокс-3? Это же химикат, который подействовал на надгробие. Зачем он ему теперь? Быстрее!
Вряд ли это средство от астмы. Снова чуваки и наркота. Нужно научить их не поддаваться давлению со стороны. Эти ингаляторы и Диокс-3 связаны между собой. Проанализирую ингалятор, узнаю, в чем дело. Тебя. Диокс-3 плюс спецамфетамины. Неплохой рецепт для временной неуязвимости. Это впечатляет. И пугает. На эту штуку будет огромный спрос. А поставщик только один, надгробие. Можно сделать антидот. Интересно, есть ли в грузовике химикаты? Займемся высокой наукой. Вот, одна доза антидота. Ее нужно испытать.
вы когда-нибудь ехали на работу или в церковь, думая о своих делах, и вдруг, бах, колесо попало в яму, машина сломалась, и весь день на смарку. Что ж, вы знаете, кого винить? Нет, не городские власти. Человека-паука. Его заметили спрыгивающим прямо на землю с огромной высоты. Оттуда и ямы. Зачем? У меня только одна догадка. Он нас всех ненавидит и хочет, чтобы мы страдали. Злой драгдиллер пил один. Это практически поэзия. Тебе лучше знать. Литература — это не мое. Как тебе удалось выйти на Мартина Ли? Я же лучший в своем классе. Люди сами ко мне приходят. Суд перебить на пробе, и он не почувствует. Подействуй, бандиту. Братва, давайте! Помнишь наш последний танец? Колено зажило? Дождь болит, а так ничего. Спасибо, что спросил. Нельзя применять антидот. Сначала разберусь с бандой. О, как приятно. Но эксплуатация страдающих существ меня пугает. Разберусь с его людьми и пущу в ход антидот. Все пожалеешь об этом? Убейте его, кто-нибудь! У меня пуля твоей выгоня! Как тебе новый товар? Я назвал его пыльца. Это твой отдел маркетинга придумал. Я сам себе отдел маркетинга. Посоветовать хорошего дерматолога? Нет смысла. Все пожалеете вы! Вырубим его! Наркотик действует совсем недолго. Нужно атаковать, когда действие заканчивается. У меня пуля с твоим именем, человек! Как по стальной стене бить! Прямо как надгробие. Кто-то пропускал тренировки. Он устает. Хорошо. Тот сработал. Пора его уложить. Чем ты меня накачал? Чувствую себя странно. Ну, как?
как обычно. Нейтрализатор, все такое. Он истощен. Пора заканчивать. Язык стал странный. Язык должен быть странный. А, да, конечно, это нормально. Вроде. Когда-нибудь ты должен заняться добрыми делами. Кормить бездомных, что ли? Если за деньги, то я согласен. Очень разные люди. Ну что, твоя карьера драгдиллера уже в прошлом? Скажи. Ну да, пока. Но было весело. Я бы так не сказал. Не ждал. Ты не хочешь сбавить обороты теперь, когда ты стал смертным? Без шансов. Опасность усиливает удовольствие. Левый хук супер. Скорее бы матч-реванш. Нет уж. Ты мне нравишься. Ну, какой драматизм. Как быстро восстановится сила надгробия? Наверное, довольно скоро. Но ты молодец, Пит. Возьми с полки пирожок. Ты когда-нибудь видел такое пламя? Химикаты. Кто знает, что тут хранилось. Черт, я думал, мотоциклы. Пока не заходи. Жуткие испарения. Пахнет, как вагон горелых леденцов. Не будешь осторожен, эти леденцы тебя в больницу уложат. Друзья, сегодня нам позвонил слушатель, ставший жертвой так называемого искажения, которое заставляет обычно законопослушных граждан творить зло на улицах. Полиция заверила меня, что искаженные не отвечают за свои поступки, так что не буду раскрывать имя моего гостя. Расскажите нам, как это было. Странно. Как будто я попал в кошмар, полный монстров. И каждый темный помысел в моей жизни, злоба, гнев, страх, усилился и выплеснулся. Ужас. И как я понимаю, в момент, когда вас поглотило безумие, Человек-паук вас избил. Ну, он не дал мне навредить окружающим. Избив вас? Ну, он старался не делать мне больно. Прозвучало когда? Вот так народ Человек-паук избивает душевно больных.
ты чё тут забыл? О, да ты боец! Твоя последняя ошибка, говнюк. Чё? И давно нужна целая армия, чтобы ограбить подростка. Больно? Человек-паук. Замечательный Человек-паук. Великолепный Человек-паук. Да, и всякие прилагательные, которые любит Джеймсон. Слушай, ты молодец. Но пусть в другой раз драться будут профи, окей? А что, если их не будет рядом? Ну, нельзя же просто бросаться на парня вдвое крупнее. То есть, пойми правильно. Я вечно дерусь с парнями сильнее меня, но в этом случае... А, как в тот раз с Риной на Бруклинском мосту? Это было здорово. Отличный пример. Если твой противник больше, ты будь быстрее. Ясно? Ясно, но тебе легко говорить. Прости, я не умею, как ты. Ладно, давай. Серьезно? Ага, ну же. Для начала... Не дай адреналину тобой завладеть. Дыши медленно, глубоко, расслабься. Разверни бедра. Первый шаг оставь врагу. Теперь ноги. И когда он наклонится, ищи, куда ударить. Бум. Вот так? Да. Да, вот так. Ага. В этот раз бей как следует. Прямо в челюсть. Я справлюсь. Вот чё... Прости. Нет, нет. Нет. Порядок. Продолжай так же и... Все получится. Ладно. Урок закончен. Мне пора. Эй! Класс. Спасибо. Обращайся. Я врезал Человеку-пауку. До приюта несколько шагов. Эй, Майлз, как оно? Чувак, не поверишь, только что встретил Человека-паука. Что? С ума сойти? Показал наше приложение для взлома? Вот черт, совсем забыл. Отстой, он бы точно купил его у тебя, и мы бы прославились. Да, покажу в следующий раз. Надо идти, обещал маме не опаздывать. А, давай, всем пока. Достать паспорта и приготовиться к проверке. Вы что, издеваетесь? Тут вечности не хватит. Если бы не тот дрон, прыгнул бы через забор. Вы видели его? Эй, да это проще простого. Системы Соболи удивительно не защищены. Пошли-ка я им анонимное сообщение. Не стоит мне им попадаться. Ладно, приложение для взлома. Действуй. Приложение для взлома. Действуй. Ладно. Мне пора. Так, посмотрим. Я могу пролезть под воротами слева или забраться на леса справа. Еще дроны. Нужно вырубить их. Вы сопротивляетесь? На этих штуках есть оружие?
Нужна осторожность. О, нет! Сладких снов. Было бы так круто, если бы не было так страшно. Я что-то вижу. В этих штуках есть оружие? Нужна осторожность. О, нет! Сладких снов. Было бы так круто, если бы не было так страшно. Давай. Меня тут нет. Я невидимка. Сигнал отличный, контроль. Район чист. Ну все. Вырвался. Вот же ж... А, привет, мам. Привет, милый. Ты успешно добрался до приюта Пир? А, да, почти на месте. Майлз, тебе не обязательно работать в этом приюте. Ты же послала меня. Нет, я предложила выбор. Ага, и это лучше психотерапии. То есть врач мне помог. Сказал, у каждого свой способ справляться с переживаниями. Мой таков. Хорошо, прости. Мам... Да? Я не хочу об этом говорить, но я все равно тебя люблю. Родной мой, я так тебя люблю. Мы со всем справимся, да? Я пойду. Позвоню, как пойду домой. Пожалуйста, продолжайте дышать. Я скоро, мистер Ходжес. Майлз, Пит! Пит, прости, что опоздал. Нет, нет, я рад, что ты тут. Ладно, так, а... Чем могу помочь? Думаю, для начала тебе надо просто тут осмотреться, познакомиться с людьми. И знаешь, все тут любят кофе. Кофе, ну да. Я скоро вернусь, посмотрю, как ты, хорошо? Да. А, не бойся мистера Ходжеса. Он не кусается. Обычно. Правда? Кофе? Можно. Помочь? Только если знаешь, что такое кварк. Субатомная частица. Такой кирпичик, из него состоят протоны, нейтроны, адроны. Субатомный. Подходит. Ты молодец. Просто мусор. Дерьмо! О, чертов хлам! А можно я посмотрю? А? О, у нас стоят ЛТ в школе. Я знаю, что делать, если они... что? Не, надо просто треснуть. Как следует. И заработай. Или это просто кабель отошел. Ну да, ну да. Будь так добр, а, мистер Всезнайка. Ну, вперед! Продолжают поступать соболезнования в связи с гибелью Джефферсона Дэвиса, героя, погибшего во время взрывов у ратуши. Сообщается, что он пожертвовал собой, чтобы спасти других людей. Эй, новичок, у меня пусто. Герой. Что геройского в том, чтобы взорваться? Эй, Эрни, смотрю, ты знаком с Майлзом. Он теперь будет нам тут помогать. Может, слышал про его отца, Джефферсона Дэвиса? Удивительно, что, несмотря на то, через что он сейчас проходит, он нашел время нам помочь. Не правда ли? Спасибо. Эй, парень. Жаль твоего отца.
Идем, Майлз. Посмотрим, не нужна ли тете помощь на кухне. Эй, Мэй, мне пора бежать, но я привел тебе помощника. О, Майлз, рада встрече. Ну, бери фартук, мой руки, и я все покажу. Эй, Питер. Спасибо тебе за все. Ага. Почти полдень. Соболь должен уже вывозить доктора Майклза. Отправлюсь в Бауэри и найду его. Боюсь, у нас устаревшие камни. Я двинусь в Бауэри. Хочу убедиться, что Майклс добрался до нового убежища в целости. Не советую. Соболь ясно дала понять, что тебе там не рады. И что, она пристрелит меня? Честно? 50/50. Ладно. Буду поблизости, но не слишком близко. На всякий случай. Это GR-27, а не... Просто будьте осторожнее. В плохих руках это... Не волнуйтесь, мы лучшие в мире. Да, стало спокойнее. Код 381, груз уже в пути. Сюда, доктор Майклс. Это что за хрень? Противник! Охраняйте груз! Уйдите назад!
Здравствуйте, доктор. Отвали! Все под контролем! Ага, конечно. Я преследую Мартина Ли. Кажется, у него и Майклс, и дыхание дьявола. Принято. Направляю к тебе другие группы. Он взял Майклса живым. Уже хорошо. Может, хочет заставить изготовить больше дыхания дьявола? Надо остановить этот грузовик, или танк, или что там. Прежде чем идти за Ли, надо избавиться от ребят на машине. Он придет и покарает всех грешников! Извиняюсь! Ли! Отдай его! Я надеялся привести тебя сюда. Способности позволяют мне быть убедительным. Я следил за тобой. Я ждал тебя в ратуше. Но ты не пришел. Где ты был? Это наяву или в голове? Столько людей погибло из-за того, что не нашлось героев, готовых их спасти. Тот полицейский спас тебе жизнь, верно? Он был здесь из-за тебя. И Норман хотел его использовать. Бессмысленный жест, как оказалось. А где в это время был сам Норман?
спасал свою шкуру, словно крыса. Он знал, что должно случиться, и он бежал. Норман — скрытая раковая опухоль города. Ее нужно удалить вместе со всеми метастазами коррупции. Норман прячется под маской лжи. Я сорву ее и вытащу его на свет. Надень маску! Стань одним из нас! Спасибо, не надо! Так или иначе, ты будешь служить мне! Ох. Все души потеряны тобой! Все невинные жертвы, которых ты не спас! Их кровь на ваших руках, Мартин! Ты можешь остановить Осборна! У тебя много сил! Дать тебе волю! Вы целы? Ее забрали? Да. Сильно надо волноваться. Сильно. А вы популярны. Препарат у вас? Нет. Черт побери! Тоже мне супергерой. Думаешь, всех спасаешь, а делаешь только хуже. Это твоя вина. Моя вина? Он был под твоей защитой. Тебе точно оба нужны? Стоп! Нам срочно нужно к мистеру Осборну. Я пойду с ней. Спасибо. Я не забуду. Юрий, скажи мне... что вы узнали, где прячется Мартин Ли? Один парень из кофейни заснял видео. Похоже, после аварии Ли сел в черный седан. Черный седан, отлично. Это не все. На видео видна часть номера. Один из патрульных только что нашел черный седан с подходящим номером на стоянке возле канала Хадсон.
Ты отличный коп, Юрий. Иду туда. Человек-паук? Алло? Работает? Доктор Майклс? Как это понимать? Одолжил одну из раций Соболя. Слушай, дыхание дьявола наверняка применит в транспортных узлах. Аэропорт, автовокзал, крупные станции. Зараза распространится, как пожар. Какого дьявола Аскорб занимается биологическим оружием прямо в городе, а не в каком-нибудь бункере на Аляске? Дыхание дьявола – личный проект Нормана. Он одержимым не первый десяток лет. Проект нарушает все федеральные и местные законы, но ему плевать. Если город узнает, о перевыборах он может забыть. О перевыборах можно забыть. Его ждет Гаагский трибунал. Зачем вы мне это говорите? Разве вы не так же виновны, как Норман? Да, конечно. Но действия Ли послужили для нас сигналом. Мы слишком долго игнорировали риски проекта. Я верю тебе, Человек-паук. Один ты пытаешься действовать правильно. Прошу, защити город от наших ошибок. Док звонил. Паркер, хочу поблагодарить тебя. Твоя работа над нейроинтерфейсом. Черт, дыхание дьявола пропало. Надо бы МДЖ сказать. Это Мэри Джейн Уотсон. Оставьте подробное сообщение, я с вами свяжусь, как смогу. Что ты задумала, МДЖ? Стэндиш говорил, что демоны искали что-то на центральном вокзале. Что же им могло там понадобиться? Может, позвонить Питеру и сообщить о своих планах? А вообще, к черту. Скорее всего, он посоветует мне пойти домой и приковать себя к ноутбуку. Я просто быстренько проверю и расскажу ему, что узнала. Надо же, сколько стендов Аскорб. Похоже на выставку техники Аскорб. Если Ли копает под Осборна, они могут попытаться украсть что-то из его разработок. Но что и для чего? Научно-исследовательский отдел Аскорб ведет разработку революционной батареи, способной выдержаться от акустических волн. Уже через несколько месяцев... Круто. За небольшую плату вы можете воспользоваться автоматическими камерами хранения. Этот диспансер микробов Гея выпускает в атмосферу искусственно выведенные бактерии, способные вернуть нашим рекам и морям первостанцию чистоты. Мистер Ли. Все будет в порядке, если не будешь шуметь и сделаешь, как я скажу. Полиция! Сюда! Нет!
мэра Осборна? Я могу услышать мэра Осборна. Кто звонит? Тот, кого он ищет. Что тебе нужно? Чтобы ты был на центральном вокзале через полчаса. Один. Иначе снова прольется кровь. Слушай, Ли хочет выпустить дыхание дьявола. Тебе надо уходить. Он не сделает этого, пока сюда не придет Норман Осборн. Погоди. Похоже, Ли задумал это с самого начала. Свалить ответственность на Нормана, заставив его самолично выпустить заразу. В этом есть какой-то смысл. Безумный, но есть. Так, я здесь. Вхожу в вокзал. Тут есть какие-то опасности. Пожалуйста, у меня семья. Хочу умирать. Не хочу умирать. Он выпустил патрульные дроны. Видно, готовится тебя встречать. Не страшно, я в вентиляции. Видишь безопасную точку выхода? Юго-западный угол. Иду туда. Если подойду еще ближе, дроны меня заметят. Всем лучше успокоиться. Видишь планшет, на который я смотрю? Он управляет дронами. Сможешь стащить? Да. Если ты их отвлечешь и не поймаешь пулю. Я готов. Скажи, когда? Так. Я готова. Пошла. Секунду! Так. Давай. Я им просто так не сдамся. Шамдон Иншам. Стойте! Что ты делаешь? Давайте успокоимся. Я репортер. Я могу связаться с мэром Осборном. Я смогу убедить его приехать сюда вовремя. Как? Сначала отпустите его. Давай. Нельзя, чтобы они видели. Стойте! Да. Тогда скорей. Ладно, сейчас. Ну же, давай. Почти, почти. Готово. Молодец. Теперь я тебя выведу. Что с дыханием дьявола? Я за ним вернусь. Нет, мы партнеры, помнишь? Может, не сейчас? Если мы им не поможем, они умрут. Ты тоже, но я не позволю. Нет. Я сама в это вляпалась, сама я разберусь. В каком смысле ты сама вляпалась? Нехорошо, их слишком много. Начнем сокращать их численность. Только тихо.
Еще слишком близко. Стойте! Сработало. Хват... Нехорошо, их слишком много. Начнем сокращать их численность. Только тихо. Еще слишком близко. Они еще видят друг друга. Сработало. Хватай. Ну. Заставь их разделиться. Попробую их разделить. Давай. Не совсем. То есть? Я ожидала, что что-то случится, но не это. А почему мне не сказала? Я думал, мы партнеры. Для этого нужно доверие, Питер. То есть? Я тебе доверяю? Ага, когда я сижу дома за ноутбуком. Ой, да брось! Может, лучше вернемся к спасению города? Ну. Революционный медицинский эвакуационный беспилотник компании Аскорб предназначен для оказания экстренной помощи даже в самых труднодоступных районах мира. Надо обойти его. Я готов. Дроны еще работают? Давай. Если она ушла... Включайте таймер. Это твой шанс. Задержи их, я займусь дыханием дьявола. Ты знаешь, что делаешь? Нет. Но меня это раньше не останавливало. Так, что там у тебя? Вижу 4 провода. 2 синих, 1... О, так. Похоже, синий идет к батарее.
А желтые квитки... Так, что там у тебя? Вижу 4 провода. 2 синих, 1 желтый. О, так. Похоже, синий идет к батарее. А желтый к вентилятору. На красном небольшой восклицательный знак. Так, сначала надо отключить батарею. Проследи, куда идут провода, и отсоедини их. Так, отключить провода от батареи. Отключаю провода от батареи. А, что ж такое? Вижу 4 провода. 2 синих, 1 желтый и 1 красный. Найди разъемы, от которых идут провода. Они должны быть отмечены. Так. Похоже, синий идет к батарее. А желтый к вентилятору. На красном небольшой восклицательный знак. Так, сначала. Так, первый отключен. Теперь второй. Что? Таймер сбросился на 30 секунд. Цепь на размыкание. Что дальше? Вентилятор? Да, а потом последний. Только быстрее. Так, теперь красный. Есть! Здорово! Ух ты! Ага. А теперь давай выводить людей. Мне не помешает помощь паучка. Ты готов? Точно! Я расчищу путь! Постарайся не шуметь. Хорошо! Так, Энджей, пора идти. Хорошо. Все следуйте за мной! Бегу, Менджида! Наша, чу-чу-ча! Энджей, вы выбрались? Да, мы все в порядке. Отлично. Эй, Питер. Да? Как закончишь, надо поговорить. Ага, надо. Но сперва найди Ли и набери ему задницу. Мне жаль любого, кто перейдет дорогу, МД. Интересно, что она сейчас думает обо мне? Осталось успокоить еще пару-тройку, и ты сможешь идти. Быстрее! А теперь интересные факты. Вы знали, что у центрального вокзала самый большой подвал в Нью-Йорке? Ужас, да? Туда вошла бы половина Бруклинского моста. Да, согласен. Сейчас таких уже не делают. Вот это настоящий Нью-Йорк старой школы.
Короче, я могу байки травить весь день, но мне нужно не дать вашему придурочному боссу разрушить город. Пора закругляться. Планирует уехать на поезде. Нужно ему помешать. Платформа открыта. Наверняка Ли где-то там. Ли уходит. Наконец. Извините, опоздал. Фишка у меня такая. Мартин, зачем вы так? Отдаю старый долг. Пока лучше не приближаться. Бесполезно. Надо дождаться момента. Кажется, он начинает уставать. Вы больны. Я могу помочь вам. Уважение.
не хочу делать больно! Мне нельзя сделать больно! Больше нельзя! Тормоза? Нет, и ладно. Ну, вышло же в тот раз. Юрий, угол 42 и 1 еще перекрыт. Да, улица закрыта еще на месяц. А что? Следующая станция – тюрьма. Верните груз в лабораторию. Вперед! Это Мэри Джейн Уотсон. Оставьте подробное сообщение, я с вами свяжусь, как смогу. Привет, это я. Дай знать, когда захочешь поговорить. А СМСки — это не разговор? Не-не-не, не в том смысле кончено! Скажи нет, скажи нет. Ха, ладно, ладно. И неладно. Что тут обдумывать? О, да ты что? Отправился за решетку. Дыхание дьявола у Соболя. Что ты чувствуешь? Что я чувствую? Как у тебя со временем? Плохо. Что для тебя подвиги, для меня бюрократия. Но я хочу сказать, молодец. Спасибо, Юрий. Я хотел это услышать. Занимаясь Ли, я оставил город без присмотра. Пора снова стать дружелюбным соседом-паучком.